Хеллоу! Здорово! Это канал Паша Ли. И сегодня у нас рубрика «Вспомнить все» и игра «Звездные войны. Изгнание джедая». То-то же. Только мы поменяем чуть настроечки. Так, высоко. Да, продолжаем. Поменяю настройки. Новая игра. Я знаю. Пусть будет джедай. Давным-давно в далекой галактике. 3 точки. 4 точки. Star Wars. Рыцарь джедай 2 изгой. В галактике наступило относительно спокойное время. Прошло уже целых 6 лет после сокрушительного поражения Старой Империи и битвы при Эндоре. Новая республика все еще не смогла полностью восстановить мир и порядок, и еще не все враги побежали. После успешного освобождения Вася долины джедаев под сильных негодяя Джерика и чуть не перейдя на темную сторону, бывший лидер джедай Кайл Катарн прервал свою страсть силой и стал обычным наемником. Вместе со своей верной спутницей Джейн Орс, Кайл продолжает по мере сил помогать республике сражаться против остатков Старой Империи. А так как эти темные силы снова стали вынашивать планы по покорению галактики, то Сенат Новой Республики послал Кайла и Джен на планету Кеджим, где, как полагают, находится старая база Империи. Ты понял, да? Вот так вот. Мы летим на старую базу Империи. Готовимся к последнему заходу. Откуда бы ни шла эта передача, теперь все датчики молчат. Этот имперский аванпост выглядит таким же заброшенным, как и об этом сообщалось. Он так же мертв, как и остальной Геджим. Манмонта, должно быть, впадает в паранойю. Она никогда не посылала таких профи, как мы, на такие простые задания. Кайл, Джен, приветствую. Мамотма, Кайл только что говорил о вас. Не сомневаюсь. У меня есть тревожная информация к вашему заданию на Кеджиме. Я ненавижу, когда ты говоришь «тревожная». Нам удалось расшифровать небольшую часть передачи, которую мы перехватили раньше, и... Ну, послушайте сами. Нам может понадобиться... Долина джедаев. Долина джедаев? Возрожденные? Мы уверены, что эта передача предназначалась для Галака Фирияра, предполагаемого лидера сил, оставшихся в этом секторе. Вероятно, это значит не более, чем колдовский сплетник, но так как вы единственный переживший инцидент в долине джедаев, я подумал, что будет лучше предупредить вас, что эта миссия будет опаснее, чем мы первоначально предполагали. Однако ваши цели остаются теми же. Найти все, что можете, уничтожить все силы оставшихся, которые вы встретите, и пусть сила будет с вами. Let the force be with you. Так много для простой прогулки? Я думаю, что видела кого-то. Она специально затряла юбку сзади. Это мой шанс начать карьеру. Ты куда? 67-й, все в норме. Мне не нравится, когда тихо. О, еще один это готов. Нормальная пушка. Я что-то слышу. Я что-то слышал.
Привет. Так. Бластеры не слишком хороши против этого. Я посмотрю, смогу ли я найти способ, как открыть дверь. Подожди здесь, Джен. Так, в этой игре надо часто сохраняться. Прям вообще часто. Даже не помню, какого нагу. Не за вас. Да? А чё мы? Я что, раздвоение? Или ты про свои булки? Я и мои булки за вас. Так. Так, есть ключ поставок. Так, собственно. А. О, никого. Это хорошо. Защита периметра включена. Защита периметра включена. Ты сделала что? Нет, но тебе удалось заполучить всеобщее внимание. Открыть огонь! Теперь я суперстар! А чё? Есть. Ух, блин, патронов нету. Это плохо. Не знаю, какой это движок. Вроде Unreal один из первых. Но точно тебе не скажу. Но это я считаю классикой. Это реально то, во что можно вечно играть. Но существует один способ, чтобы сделать это. Да, зайти внутрь. Ходи его! Чип-чип-чип-чип-идейл! Тан-та-тон! Чип-чип-чип-чип-идейл! Тан-та-тон! Чип-чип-чип-чип-идейл! Та-та-ра-та! Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Оставайтесь здесь, Джем. Прикрой. Ладно, я подожду там. Не трать на это весь день. Я не могу далеко уйти! Что? Ой, я упал. Сжечь их. Есть один. Есть один. Ой, 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 ой. Еще один готов. Так, и чё? Как мне отсюда вылезти? Нет патронов. Вот как мне отсюда вылезти? А. Хорошо. Хорошо. Так. Противник. Первый день поставок. Это хорошо. То мне. Потешая. Шумный я имперский ключ. Пестиво. Есть. Я думаю, что пока останусь и посмотрю, чем я могу навредить здесь. Это хорошо. That's very good. О. А. Блин, опять обратно возвращаться. Вот балдо. Миски у тебя нема. Так. Добрый вечер. Я собираюсь задержаться здесь и посмотреть, что я смогу найти. Хорошо. Будь по-твоему. Закрыть огонь.
Я могу обойти. Если ты отойдешь. О! Супер очки. Кайл, схема показывает, что база делится на три секции. Так, как это эти супер очки? Толчок молния, понятно. Лазерный меч L, понятно. Инвентарь. G, электробинокль. Ага. Ага. У меня нету пока. Ой! Скоро доложим о результатах. Что-то беспокоится. Отлично. Похоже на имперский корпус. Да. Похоже. Так, все включил. Как это эти? А, вот. Хорошо. Ввести синий код. Так, тихонечко. Будьте готовы. К чему? Будьте готовы. Столько не очень прикольно. Ага, там я был. Идем сюда. И там я был. Замечательно. Замечательно. Отлично. Ой, не надо. Не стреляй. Еще один? Ты кто? Отлично. Мастер Вася. Мастер джедай. Правда, по сложности не мастер джедай. Ну ничего. Бывает. Бывает с каждым. И с тобой однажды. Джен, я собираюсь попросить твоей помощи. Здесь терминал доступа, но он закодирован. Так, походу ее надо защитить. Насколько я помню. Кайл, я открою огонь. Сколько вас? Какашек, слушай, на навозе. Правда, белых. Ну ничего, тоже какашки. Бывает же белые. Я не помню, у кого белые. Вроде у коз белые. Показывай дорогу. У коров вроде коричневые. Ну, в общем, это целая наука. Какашкология. Так. Вот, показываю дорогу. Мимо зеленого. Бара, поворачиваешь налево, идешь возле красных столбиков и идешь сюда. Ну чё замедляться-то так? Ну зачем? Давай бегом.
Это выглядит интересно. Ну-ну. Для этого надо было так долго идти? Проще простого. Это должно доставить тебя туда, куда тебе нужно. Хорошо. Я собираюсь задержаться здесь и посмотреть, что я смогу найти. Спасибо. Так, отличненько. Так, хорошо, пулемет выключил. Птичка. Бимба. Едь. Лифтер. Кто это мог быть? Лифтер. О, хорошо, нету лифтера. Я очень рад. Очень рад, дорогая царица. Очень рад. Очень рад. Ну, здрасте. Зачем мне сюда? Ну, ладно. Ходим. Лето баю-бай, лето засыпай. Планета где-то улетай. Мама-мама. Мадапака. Да-да-да-да-да-да. Мана пока. Пири-пири-пин. Па-па-па-па. Блин, прям по писюнчику. Так вручно. Есть. Открыть огонь! Закрыть огонь! Я уволил чувака. Отлично. Ой, кто? Да, правда, две заставки пропустил. Продолжайте свою передачу, адмирал Фияр. Все? Так, хорошо. Сейчас будет попукивание. Я не был на ступеньках, надо это запомнить. Белые ступеньки. Белые ступеньки. Надо пойти подняться. То потом провтыкаю. И будет не очень. Провтыкивать это нехорошо. Ты кто? Ты где? А, вот ты где. Так, хорошо.
Хорошо. Так, я там что-то врубил. Сейчас пойдем проверим. А у меня есть все? Не, у меня только один. Понятно. Ладно, выставим пока здесь. Квадратик. И справа одна. Через листочок подхопила кленовый листочок. Вот так вот. That's the way. I like it. That's the way. Ой. Ай-яй-яй. Вот неподобство. Гороха надо меньше кушать. Просто еще один рабочий день, Джен. Патронов нету, а роботы лючат, это хорошо. Вот. Да. Преимущество человека над роботами. Роботы могут так заглючить жестко. Человек хоть и глючит, но может самовосстановиться. Отлично. Ой. Да. Ух, чуть не упал, слушай. Вовремя пробел нажал. Да, я тоже это вижу. Еще один код. Так, кто-то там еще был. Я ничего не вижу. Очки один. Так, красный код. Идем сразу красный. Красный. I'm red. I know you want to do it. I'm red.
готов. О! Так. Сверху. О! Есть. Зеленый. А чего я зеленого не увидел? Блин. Он же должен был... А, вот! Ой! Чуть не подорвался. Хорошо. Замечательно. Я нашел последний код. Есть! Есть! Последний код партии зеленых. Так. Ага. Так. Дай найду. Я запутался. Я прям вообще запутался. Вот с той стороны. Да, вроде там. Так, Джен на месте. Хорошо. Ага. Да. Так. Зеленый. Две точки оставь тут. Так. Есть. Есть. Отлично. Джен, подготовь корабль к вылету. Я просто хочу проверить еще один оставшийся участок. Тренимся на корабле. Окей. Ту-т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 у
Закрыто. А тут? Тут тоже? О! Хорошо. Кажется, тут холодно. Блин, а я мясо забыл с собой взять. Сейчас бы холодильник положил. Так. Хорошо. Здесь холодно. Да я понял. Да ну. Не слазь. Запрыгивай. Спасибо. Открыть огонь. Слышал тебя.
Открыть огонь! О, ножки! Сюда! Так, куда мне идти? Походу вниз пока что. Ой! Это плохо. Так, тут закрыто. Что там снизу? Что внизу? О, не-не-не-не-не. Куда нам? Куда нам явно пока что не надо. Так, тут есть вероятность в этой одежде, что тебя может лифтом прям раздавить. Поэтому надо быть очень аккуратным. Вот только не помню... А, все, я вспомнил. Так. О, месточек. Мостик — это радость для нас. Вау! Да прям Майнкрафт, слушай. Так. Видишь? Вот, вот они, истоки. Ой, Майнкрафта. Ой, схуми. Так, что-то, мне кажется, я тут не догоняю чуть-чуть. Так, тут снизу дверь. Дверь снизу. Как ее открыть? Она закрыта. Прям вообще закрыта. Тут что? Тут тоже дверь. О! Лифт. Лифт не едет. Но есть туннель. Мы идем за девочкой из звонка. По колодцу. Пучку-дук. Три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне. Спасительный круг. Вау. Сейчас отсюда чужие начнут вылазить. Учку-дук. Три колодца. А какого стреляю? А, вон. Хорошо. Имперский ключ. Это радует. Так, дальше. Наверное, тут было много всего. Да, правда, жалко заключенных. О. Так, что здесь? Здесь все закрыто. Где-то должно открываться. Должны эти двери открываться. Я, правда, не помню где. Противник! А, вот ты. Так, тут никого. И шо? О! Сейчас оно, походу, взорвется, да? Не, пока не. Пока что не. Кто это? А, вот! Хорошо. Хорошо. Так, сюда. Так. Вот он идет. Кто? Противник!
как к нему добраться, к тем ребятам снизу. Мне кажется, ниже надо идти, да? Походу. Или нет? Блин, в этой игре реально очень легко запутаться. Вообще реально. Тоже закрыто. Здесь что? А, здесь и не было. О! Хорошо. Следуйте по тому секстру блокпост, уничтожьте силы остатка данной области, 30 жен когтем ворона. Ты когда-нибудь встречался с когтем? Я иногда встречаюсь, но я их сразу обрезаю, как только их встречаю. Так. Поэтому у нас встречи с когтями короткие. Когда когти короткие, тогда встречи длинные. Так как... Опа! Кто? Это как антоним. Они сами меня отвели. Смотри, надо было сразу. Сразу надо было. Да, блин. Чё так долго думать? Сразу откроем мне дверь и всё. Так. Я думаю, это надо было всё-таки. Похоже... Майнкрафт продолжается. Третий уровень уже, понял? Ой. Я не люблю эти штучки. Есть. Это радует. Ой. Чё ж ты без меня-то? Хорошо. Так. Хорошо. Что это? Who is it? Ага. Блин, их тут так много. Хорошо. Отлично. Попукиваем. Так. Дальше куда? Где-то туда наверх, судя по всему, да? А, тут типа всякие есть эти вещички полезные. Так. Блин. Там очень полезная вещичка. Мне реально надо к ней добраться. Реально надо. Ладно. Так, где-то были двери. А, дверь. Ой. Так, я понял, ты оттуда приехал. Что мне делать? Что мне делать? Сверху двери были. Так, сюда. Что так нос учешется? Не говори. Я знаю, что ты думаешь. Я не пью. Так. Тут понятно, тут я был. Так. Вниз надо.
вроде бы везде был. Что ж делать-то? Что же делать? Не бросай оружие! Так, это уже хорошо. Хороший знак. Тут где-то переключатель, мне кажется, должен быть. А где он? Так, тут я был? Да, я туда выезжал. Блин. Блин. О, тут открыто было. Нашел. Меня же встретили так весело. Ой. Блин, аптечки кончились. Это... Не очень хорошо. Так, тут закрыто. Как открыть? А. Открыть огонь. Все. О, аптечки. Ой, дискотека. Дискач. О, нет. Блин, я сохранился поздно. А чё ж заново-то? А не, я сохранился здесь. Это хорошо. А чё? Блин. Блин, это ж надо так сохраниться. Срака. Так. Ой. Уйдите. Так, бегом. Хорошо. Есть. Отлично. А, три. Нужен ключ охраны. Где же я возьму ваш ключ охраны? Ой-ой-ой-ой. Все, ключ охраны. Все. Это контроль. Дай посмотрим, что этот маленький мальчик может делать. Я малыш. Так, как это тут вид менять? Нельзя мне вид менять. Он как там... О! Ай, пи, пи. Тю-тю-тю-тю. Так, ты чё? Я маню не малыш. Маню не малыш. Опа, я что-то отключил. Возвращаемся на бал. Тут закрыто. Да, маленькая бритва. Маню не малыш. Что? Что это значит? Что открыл?
А, там открывайте патроны. Вот и я. Спасибо тебе, дорогой. Витрины. Обновлена. Оп. Так, пошли сюда. Встретишь Джен и когтем ворона. Хорошо. Бородач. Джен, я нашел выход. Хорошо. Возьми немного кристаллов и уходи оттуда. Это вот мародеры. Пираты космические. Опа! Нас увидели. Нас увидел параллелепипед. Не, это не параллелепипед. Это трапеция перевернута. Лорд Десан, это Адмирал Фияр. Адмирал Фияр! Как проходят ваши эксперименты? На данный момент они вообще не производятся. Испытательная лаборатория на Киджиме была нейтрализована парой наемников Новой Республики, и они забрали несколько кристаллов. Наемники? Где? Судя по их кораблю и переговорам, которые мы перехватили, я уверен, что это была пилот Джен Орс и ее партнер-наемник Кайо Катарн. Катарн? Это неудача. Вопрос. Слышь, ты, сам ты неудача. Наших проблем. Боюсь, что мы не смогли больше декодировать это послание. Хорошо. Если я оставил позади долину джедаев, то смогу преодолеть остаток галактики. Так что делали оставшиеся в этой лаборатории? Наши ученые уверены, что они пытались искусственно влить мощь силы в живые объекты. Эти кристаллы, которые вы держите, очень похожи на те, которые найдены в световом мече джедаев. Черт. Но это невозможно, верно? Вы не можете просто дать людям силу с помощью машины, так? Все, что мы знаем о силе, говорит нам, что такие устройства не более чем воспаленные мечтания дураков и сумасшедших, Джен. Но попробуй сказать это тем фанатикам, которых ты нашла в этой лаборатории. Кто это был? Колонисты Сартус Прим, дальнего шахтерского мира на самом краю влияния Новой Республики. Дай-ка догадаюсь, добыча кристаллов. Да, мы потеряли с ними контакт незадолго до того, как получили сообщение с Киджима. И мы боимся, что колония была захвачена оставшимися. Или кем-нибудь похуже. Точно. Не зная всех планов оставшихся и положения колонистов, Новая Республика не очень-то хочет направлять спасательные силы в полном составе, так что... Поэтому ты предпочла, чтобы мы втайне проникли, выяснили ситуацию и при необходимости вызвали флот? Да. Ты знаешь, я бы больше не хотел впутываться в эти дела с силой. Мы удвоим тебе обычную плату. Годится. Женщина за него решение принимает? Видимо, он ее очень любит. Ладно, я понял. Этот метеоритный шторм даст нам отличное прикрытие. Все забираются поглубже. Они не увидят, как мы подходим. Хорошо. Колония должна быть очень близко. А, это похоть Ворона, ворона пока ты летающий. Пока ты забираешься в шахту. Да не так, что выяснишь, в чем дело. Ладно. В общем, продолжим в следующий раз. Спасибо тебе большое за внимание. Удачи тебе. Да пребудет с тобой сила.